Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами Redmi Note 8 2021 года. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве войти в простой режим. Для этого нам нужно зайти в настройки, а в настройках найти пункт, который называется «Особые возможности». Тут у нас есть простой режим, нажав на него, выбираем пункт «Включить простой режим». После этого у нас все объекты на экране, текст, значки, все-все увеличивается, все ненужные приложения и файлы у нас распиханы по папкам, чтобы ничего нас не отвлекало. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.